Актер театра и кино Вадим Демчик в гостях на 7 канале. Телезрителям он знаком больше как доктор Купитман из «Интернов». А еще он озвучивает мистера Фримана в одноименном анимационном интернет-сериале. Вадим Викторович приехал на канал утром. Сначала он побывал в гостях у самого веселого радио, а после стал гостем программы «НЭП». В Красноярск актер привез свой проект «Арлекиниада». Это, по словам актера, шоу преступлений, исполненное в совершенно новом жанре. Сам Вадим в нашем городе не впервые. 2 года назад актер уже был в Красноярске и даже попал на митинг медработников. Говорит, одно дело играть доктора, и другое, когда врачи принимают тебя за своего. В этот раз самые сильные впечатления у него остались от посещения заповедника «Столбы». Мы вчера ездили на «Столбы». Мы поражены, мы под впечатлением, мы подавлены этими грандиозными видами, этим масштабом, этим колоссальным воздухом. Мы под огромным впечатлением. У меня болит все тело. Мы лазили, мы дышали, мы хохотали, мы полчаса молчали, когда вышли на этот столб «Дед» и вдруг обозрели всю эту тайгу невероятную, весь этот простор, масштаб, были красивые облака, такая просветленные всполохи солнца пробивались сквозь грозовые какие-то нагромождения, такие акварельная такая атмосфера.